Привет, Мурат. Очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе. Меня зовут Мурат, я из Азербайджана. Я представляю организацию, неправительственную организацию по имени «Независимая жизнь». Вот. Цель нашей организации – помочь людям с инвалидностью социально интегрироваться в общество. И мы максимально стараемся решить их социальных проблем. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего волнует по повестке после 2015 года? И какие у тебя ожидания? Для меня самый приоритетный вот это вопрос и сфера – это образование, и особенно образование людей с инвалидностью, потому что у нас в стране, в Азербайджане, очень многие проблемы в этом тематике, которые большинство людей, молодежь с инвалидностью, не могут учиться в общественных учреждениях, образовательных учреждениях. Вот из-за этого для меня самый приоритетный этот вопрос в этом конференции education, в смысле образования. Спасибо. А каким ты себе представляешь мир в 2030 году? Ну, я представляю себя, что тогда не будет этих проблем. Большинство этих проблем будут решены, особенно в сфере образования. Я на это очень надеюсь. Спасибо тебе большое. Не за что.